Уважаемые дамы и господа, знакомьтесь с соперниками. Боец в синем углу. Ему 31 год, рост 177 сантиметров, вес 65,7 килограмма. Его стиль ММА, профессиональный рекорд бойца. Три боя, две победы и одно поражение. Представляющий Каспийск, Республика Дагестан, Россия. Гаджи Дауда! Его соперник – боец красного угла. Ему 27 лет, рост 176 сантиметров, вес 66,3 килограмма. Его стиль – ММА. Профессиональный рекорд бойца. 10 боев, 7 побед при 3 поражениях. Представляющий Омск, Россия. Вот он, Николай Киосе! Рефери поединка Ашута Шиген. Начинается основной карт турнира ACA Young Eagles 48, полулегкая весовая категория. Гаджи Даудов в синем углу, Николай Киоси в красном. Цифры вашему вниманию. Итак, смотрим. Три раунда по 5 минут. Ашут Ашугян в качестве рефери. Киоси поопытнее, но постарше в данном случае Даудов. Вот так тоже бывает. И также у Николая отличная борьба. Из центра начинает поддавливать боец, представляющий клуб Ермак из Омска. Широкая стойка такая интересная у Гаджи Даудова. Чем так перекрывался, любопытно, как это делают боксеры. Элементы филадельфийской защиты. Это все без точных попаданий. Не так много пространства за спиной у Гаджи Даудова. Но не бросается вперед Николай. Присматривается. Два-два. Нет, не зашел. Да. Из правосторонней стойки левши ничего практически не выбрасывает Даудов. Проваливает здесь удар Киосе и потихоньку, по шажочку пытается поддавить. Постоянно висит на сопернике. Неплохой упреждающий джеб был. Вот Гаджи. Лёстка. Что такое? Да-да-да, вылетела рука, и, возможно, этот поединок закончится прямо сейчас. Да, травму получил очень серьезную Гаджи Даудов. Правая рука вылетела. Мы искренне ему сочувствуем. Как раз возле комментаторской позиции это произошло. И, увы. Увы и ах. Смотрим еще раз. Да, вылетел сустав. Тут же вставили этот сустав на место. И что, встреча сейчас продолжится? Да, такое тоже бывало. Причем не только на турнирах ACA Young Eagles. Вот так вот, да, смотрим продолжение. Вот она, роль врачей на турнире. Да, как будто бы этого эпизода не было. Но будет ли работать вообще правой рукой Даудов дальше? Это большой вопрос. Лоу-кик. Велик риск рецидива травмы. Киос, единственное, здесь все то же самое делает. Подавливает, цепляет. Хорошо цепляет правым. Налетает и... Попытка душащего приема. Тут же все. Да, не... Не так, так по-другому. Да, совершенно верно. И в итоге досрочная победа. Нужен брать. Николай Киосик удушающим приемом. Довольно интересный момент. Опять же, была травма получена вот здесь, да, в этом эпизоде. И, на самом деле, встречу могли остановить и зафиксировать победу техническим нокаутом Николая. Но было принято решение вставить руку и продолжить встречу. Принимает поздравления Николай Киоси. 8-ю победу он сегодня оформил. И 2-е поражение в карьере потерпел Гаджи Даудов. Бойцы приглашаются на середину. Уважаемые дамы и господа, время остановки этого поединка 1 минута 47 секунда первого раунда. Удушающим приемом победу одержал боец красного угла Николай Киосе!
И аплодисменты его сопернику Гаджи Даудову. Друзья, пошумите для Киоса! Поздравляю, поздравляю с победой. Сперва было тревожно, опять же пожелаем здоровья Гаджи Даудову, такая неприятная травма. Краснодар, всех приветствую. Давайте реально пошумим для Гаджи Даудова. Благодаря ему, брат, спасибо. Я считаю его настоящим воином. Объясню, почему за 2 дня до боя он согласился. Я считаю, это нужно иметь большое сердце, чтобы принять вызов. Настоящий воин. Давайте ему еще раз поаплодируем, пожелаем здоровья. Первое. Второе. Я поблагодарить хочу Андрея Викторовича Терентьева, первого вице-президента Союза ММА России, за то, что он приехал на мой бой, поддержал нас. Мой коуч Георгий Леонидович Емельянов. За все спасибо. Кайра Нурмагомбетов, брат, все четко. Тебе спасибо большое. Второй мой тренер по ударке. Бойцовский клуб «Ермак», Омск, Казахстан. У меня большая должна быть аудитория. Я из Сибири, родом из Казахстана. По национальности я гагауз. Гагаузы, вы где? Вы нужны же мне? Я всех благодарю, люблю жену свою, маму, вам привет и отдельный респект. Большое благодарность, Петя Яцук, тебе, брат, за все от души. От лирики отойдем, Мавлади. Организация, во-первых, матчмейкинг лиги Young Eagles, мой менеджер Даниэль, вам спасибо, делайте работу быстро, качественно, все четко. У меня снялись 4 соперника. И мне каждый раз находили максимально быстро. Отойдем от лирики. Я хочу в основную лигу. Мавлади, я вижу, что много ребят из Young Eagles реально подписаны, подписываются. Это классный бэкграунд. Мне хочется проверить себя, и я думаю, я смогу это делать. В прошлом бою я просто видел, кого подписывают. У меня есть на примете ребята. Это не вызов как бы, но... Я считаю, мы оба выпускники Young Eagles. И вы на прошлом бою, вспомните, вы говорили о том, что не сдруживайте сильно. Возможно, вам придется подраться. Так может быть, в основной лиге вы дадите нам шанс друг друга проверить. Я про Висхана Кадирова. Он дрался с моим одноклубником, с Игорем Волчоновым, тоже в Young Eagles. Это не месть, не вызов. Я уважаю его. Он отличный парень. Он мне очень нравится. Я просто хочу в основную лигу. Я просто хочу проверить себя. Всем спасибо. Есть Алихан Мусаев. И есть ему что сказать. Приветствую всех. Краснодар, добрый вечер. Я, как все знают, меня подписали в высшую лигу недавно. Тебя поздравляю с победой, хорошая победа. Висхана тут нет, есть я могу принять твой вызов на 70 килограмм, без проблем. Покажем хороший бой. Безусловно, покажем. Но, брат, я 66, я дрался в 70, и я ушел 66. Я хочу в этом весе делать. Так как нет Висхана сегодня, на его месте есть я могу принять любой вызов. На 68 могу сделать с собой это, не проблема. 68. Давайте, парни, заглянем друг другу в глаза, раз это противостояние может состояться. Шума, давайте, друзья, Краснодар, где вы? Все, парни, спасибо большое. Браво, Алихан Мусаев и аплодисменты Николаю Киосе.